Наше сегодняшнее видео будет посвящено розам старейшего сербского питомника «Братья Топалович». История питомника берет свое начало в 1931 году. Его основатель, крестьянин Иван Топалович, занимался прививкой плодовых деревьев. Позже его сыновья продолжили дело отца. В 1970 году питомник полностью меняет направление своей деятельности. Сейчас «Братья Топалович» – один из самых известных производителей саженцев роз в мире. Особое внимание питомник уделяет качеству посадочного материала. Растения проходят жесточайший контроль на каждом этапе производства. Саженцы братьев Топалович неоднократно были удостоены золотых медалей, как лучшие упакованные розы. А сам питомник в 2010 году признан производителем самых качественных роз в мире. Клиенты часто спрашивают нас, в каком виде приходят саженцы и как упакована корневая система. Они помещены в красочные картонные тубы, на коробке есть фотография розы, название сорта, а также инструкция по посадке. Даже цвет коробки имеет значение. Если она розовая, то это флорибунда. Зеленая – роза чайно-гибридная. Корневая система плотно упакована в торфяной брикет и помещена в пластиковый пакет. По стандарту каждый саженец имеет не менее трех основных побегов. Они покрыты воском, что защищает их от высыхания и неблагоприятного воздействия внешней среды. На побегах находятся почки. Некоторые из них спят, а другие уже начинают просыпаться. Здесь есть пенечек, это значит, данная роза привитая. Саженцы братьев Топалович привиты на качественные морозоустойчивые подвои Smith Ideal и Лакса. Розы на подвое Smith Ideal практически не дают корневой поросли и отличаются высоким долголетием. Подвой Лакса обеспечивает розам быстрое укоренение и хороший рост. На протяжении нескольких лет мы являемся партнерами питомника «Братья Топалович» и можем смело заявлять, эти розы – лучшее соотношение цены и качества, и, что немаловажно, отсутствие пересорта. Все разнообразие сортов смотрите на нашем сайте.